краевом конкурсе молодых исполнителей принимает участие 194 человека. Это воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств края и Республики Адыгея. В Анапе фестиваль проводится уже третий раз. От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной его участников приветствовал заместитель министра Максим Усатюк. Вы все победители, я не побоюсь этого слова, дорогие ребята, дорогие участники, вы будущее России, вы тот потенциал нации, тот интеллектуальный, если хотите, потенциал нации. И никогда не забывайте, что Россия это была и остается и будет самой великой страной, с самыми замечательными людьми и представителями в искусстве, будь то балет, изобразительное искусство, либо музыка. И вы на сегодняшний день тоже творите эту историю. Вы лучшие. Конкурсная программа продлится до 31 марта. Она состоит из таких номинаций, как сольное исполнительство, коллективное музицирование. В течение этого времени жюри предстоит оценить сложные музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении начинающих музыкантов. В этом году конкурс будет судить жюри под председательством заслуженного деятеля искусств, профессора класса флейты Российской академии музыки имени Гнесиных Владимира Кудря.